Ваше блаженство, ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие члены Священного Синода, мы открываем заседание Синода в исторических стенах Киево-Печерской лавры в преддверии праздника тысячелетия крещения Руси, памяти святаго равноапостольного великого князя Владимира, что стало уже традицией. И радуемся тому, что важное заседание Священного Синода будет проходить рядом со святыми мощами, покоящимся в этом месте, под сенью Святой Лавры. Нам предстоит сегодня обсудить целый ряд важных вопросов. Во-первых, подумать о созове Архиерейского собора Русской Православной Церкви, потому что мы приближаемся к тому времени, когда уже желательно провести заседание собора. Кроме того, я хотел бы сказать о очень важной информации, которая поступила к нам из Нью-Йорка и которая связана с обстоятельствами кончины царской семьи. Полагаю, что эти обстоятельства помогут нам определить свою позицию, в том числе и по делу так называемых Екатеринбургских останков. Я представлю вам соответствующие материалы, мы должны будем это обсудить и принять необходимые решения. Кроме того, у нас много текущих дел, связанных с оценкой деятельности нашей церкви за период с предыдущего заседания Священного Синода. И также вопросы, связанные с образованием новых митрополий и новых епархий церкви. Поэтому, поскольку мы в преддверии большого праздника собираемся, и времени у нас не очень много, мы должны сегодня, и если потребуется завтра с утра, провести нашу работу очень интенсивно. Благодарю представителей средств массовой информации к вниманию к заседанию Священного Синода в стенах Киево-Печерской лавры.